Идет трансляция, да? Такая, что-то у себя не вижу ее пока. Ага, вот, да, все. Так. Да, все видно. Всем привет. Вот, как вы могли заметить, сегодня я буду стримить две такие игрушки. А смысл этого стрима? С Иваном Кочетковым у нас стримингом, ну, я просто говорю, ну, типа, не то, что спор, просто такой разговор зашел, вот, насчет этих двух игрушек. Вот, что есть там такие сложные места, что из первого раза не пройти. Ну, не знаю, сейчас посмотрим. В общем, даже не из-за этого. Я просто решил постримить эти игрушки, так как мне они очень нравятся. Я в детстве был большим поклонником, фанатом Терминатора, как и все многие. Ну, и вообще Бэтмен мой самый любимый супергерой. Не Супермен, не Человек-паук, а вот именно Терминатор. Так, вот только сейчас скажите, как будет слышно меня и звук в игре. Так, звук только маленько убавлю, чтобы меня слышно было вам. Рихтер, скажи, меня слышно? Сейчас будет и музыку в игре. Терминатор 2. Судный день. Да. Все норм, значит, да? Ну все. Cyber Time System Terminator Series 800 Model 101. Что? Погнали. 4 человека. Ну, это маловато, но все равно зовем народ. Молчать буду, вот там пишите, если что. Решил не связываться, спрыгнуть лучше. Да, пусть народ собирает, так соберите. Я их просто пока не вижу. Может быть, джойстик потом затупит немного, но у меня бывает уже. Старенький немножко уже. Потертые кнопки все. Сколько я на нем игры прошел. Спасибо. Да не суюсь. Как говорил Терминатор, I need your clothes, boots and your motorcycle. Отдай быстро. Ну вот. Получили вы раз обувь, одежду, мотоцикл и оружие. Так, сейчас подождите немножко. А я тут в скайпе не отписались.
Погнали, вот он второй уровень. Т-1000. Голубоглазый Т-1000, да. Так, погнали. Вот один из уровней, который вот самый сложный считается тинг. Не спорю. Сложный. Но пройти можно. Вот видите, тупик маленький, джойстик у меня. Так что может в любой момент засосать меня туда под его машину. Опа. Вот видите, что делается, а? Тупик джойстик. Это как? Так, это что-то новенькое. У меня такого не было. Либо я на маленьком экране просто играю из-за этого. Ну что, вы мне дадите второй шанс, да? Я думал. Да ж... Все-таки, я думаю, второй будет шанс. Эх, да что с джойстиком-то? Это был грех. Я извиняюсь. Дубль 2. На клаву, до толку, что на клаву-то я перейду. Правда, не хотелось так вот. Так, ладно. На клавиатуру говорите? Окей. Сейчас перейдем. Джойстик. Нахер. Сейчас сделаем. Так. Пока в сторонке полежит. На Бэтмена я с джойстиком буду ходить. Надо мне эмулятор перезагрузить. Сейчас подождите немного. Все будет щики-поки. Так, опять окошко я могу поднастроить. Что? Так, сейчас еще отвечу. Вообще будет со скайпом. Вот потом сейчас сюда. Я согласен, если Джой глючит, то надо. На макулатуре, блядь, это сложнее будет. Так, назначить, значит. Лево, без правы. Потом еще. Ну, микрофон вот так просто назначим. Вот.
дубль 2. Но вчера я играл, не глючил, не знаю. Начал потом днем уже. Так, прохождение на клавиатуре сейчас будет. Погнали. Если не отвалится ли у меня пальцы. Смотря к чьим стримам, Рика. Согласен, да, интересно. Я так и выбираю, чтоб не скучно было. Не, Дракула я не это. Смысл он не может сейчас там разобраться. Так, ладно, клавиатуре теперь поиграем, ну-ка. Вот на клавиатуре будет сложнее. Клавиатуру сразу прошел. Фух, странно. Ну ладно. Добьем под эту клавиатуру. Так, теперь не пойми меня неправильно, но терминатор, правильно? Я буду говорить. Ну так, не прикалывай, да. Yes, server dive systems. Model 101. Вот и что, один, нет. Ты... снаружи машины сторонка человек. Кейбарк, кибернетический организм. Моя миссия защитить тебя. А то второй кто? Он такой же терминатор, как и ты? Нет, такой, как я. Ты тысяча, это продвинутый прототип. Это синтетический полимор. Жидкий металл. Он может имитировать все, к чему прикоснется?
почему только мог как бла-бла-бла-бла-бла, он скажет, типа, хорошо. Ну, типа, мы должны это. I swear, I will not kill anybody. Я клянусь никого не убивать. Вот. После этого начинается самое такое. Не знаю, что со Стингом, честно. Вообще без понятия. Скайп вышел, чтобы мне не мешали. Потому что я их играю на клавиатуре. А это еще сложнее. Но Бэтмена как хотите, я буду на быстро проходить. Потому что не должны быть такие лаги. Так, для тех, кто не знает, хотя наряды таких нет, таких здесь есть. А на уровне надо искать такие пропускные карточки на каждом этаже, чтобы зайти в лифт и типа поехать на следующий этаж. Вот, не помню на каком-то этаже, но мы уже встретимся с, натурально с 100 000. И... Так, и там уже надо будет от него бегать, потому что не люблю с ним связываться, правда. Вот последний уровень дойдем, вот тогда можно его туда вернуть. А так нафиг он нам сейчас нужен. Так, тут ничего нету. Вот, просто каждый раз рандомно вот лежат эти карты. Блин, иди с своей дубин. Вот он, 1000 уже. Приди сюда. Иди от меня. Иди противник. Так. Это не уборщики, это же эти, типа как охранники тоже есть, короче, с дубинками-то эти ходят. Помните, кто фильм смотрел-то, когда типа это там заставляли Сару Коннор, ну как полнометражку смотрел, Сару Коннор пытали, ну там заставляли принимать какие-то таблетки, короче. Вот, вот это по типу и таких чуваков, вот она у них тогда дубинка вперед побежала. О, Стив пришел. Наконец-то, блин. Стинг, не поверишь, я играю с клавиатуры. На джойстике был фейл у меня на втором уровне, поэтому джойстик с этого с клавиатуры прошел. Ты видел, да? Понятно. Да, блин. Почему-то у меня цвет кожи нормальный, а он какой-то, блин... Альбинос. Ага. Ну все, побежали к Саре Коннор. Да, это Т-1000. Пошли со мной, если хочешь жить. Ну, пошли мы третьим. Вот, за то, что мы, короче, ну я вообще никого не убивал. Вот, очков мне пофиг, что мало дали, короче, и мы получаем оружие, что пулемет. Excellent. Да. Ну чё, уничтожить Cyberdyne Systems надо. Cyberdyne Systems. Побежали. Так, наша задача теперь, короче, найти в этом уровне. Есть вот таких вот зеленых бомбочек, так вот, она за стеной, то есть в другой комнате лежит. А здесь и таких бочек с, ну, с взрывчаткой. Вот, хотя, ну тут сколько я не помню, 6, по-моему, да, этажей. А, с собой можно унести только 3, то есть нам придется здесь сейчас побегать. Одну бомбочку мы собрали, вот вторая. Выглядит просто, но не так все просто, правда. А вот этих вот охранников надо рано убирать. Вот когда мы заходим в лифт, тут все написано. В общем, на каком этаже, куда, короче, можно поехать, сколько мы держим с собой этих бочек и сколько у нас депозитов, то есть хранилища, короче, сколько у нас. То есть мы можем 3 взяли, положили, ну какую, ну там хранилище есть, короче, 3 штуки, побежали за новыми. Так. Опа! Да! Приперлся. По этим звукам припирается, правда.
Полиция понаехала. Вот они гандоны, а? Опа, опа, опа. И куда они не бегут, я не знаю. И главное, они только в комнатах появляются. Так, мы были на втором этаже. Нет, днюху бакса я не играл вообще, честно. Так, вот это называется депозит, то есть мы сюда сложили бомбочки и пошли за другими. Вот как раз написано депозит 3, и мы держим 0. Что? Нет, днюху бакса мани я не буду проходить. Достали меня. Но сначала вот так я сделаю, просто побегу и набери. Тут есть побилка, вот на вот этом этаже есть вот такая бомбочка. Аитрит Мадрид. Вот. Будем на третьем этаже. Да, вот мы уже сложили еще бомбочки. Нам еще 4 осталось. Так, на третий этаж нам надо. Ну что ты будешь делать? Она это бомбочка. Еще одна на этом этаже. Даем народ. Что нас так мало-то? Вместе веселей. Ну, выходи. Тесс. Да блин. Сейчас я две эти уберу как раз. И на пятом даже еще две лежат. Вот. Вот эти пушки бесят. Их лазер насквозь проскакивает. Просто-напросто. Вот эти две бомбочки. По субботам у нас работает, я думаю, игроки все будут дома. Ну ладно, вот. Когда мы взяли 10 бомбочек, мы можем теперь держать по 2 бомбочки, и надо вот на 6 этаже расставить эти 10 бомб. На таймере нам дается 80 секунд. Уже потрачены 10. Обычно у меня где-то остается приблизительно секунд 20. Если на куда-то играю, я не знаю. Я не самоубийца. Идите нахер, крыши. Да, вот именно смысл нужен. Ну вот, 19, 18 секунд. Ну, 20 секунд где-то останется. Весело вот. Что? Thank you.
Кибердайн с зондом. Вот. Бонус за ночь, то есть мы трем по коленам долбанули. Ладно, короче, это очки, я не знаю, зачем очки вообще нужны. Ладно. Вот он, блин. Вот он уровень, вот он. Все, я играю в клавиатуре, мне не мешает. Я люблю сюда залезть, а тут спрыгнуть. Аккуратно надо, правда. Блин. Шапнуло меня. Ну ладно. Вот. Да, эпичный, эпичный. Не буду ничего подбирать, но не нафиг, короче, я так хочу пройти. Вот она тот самый момент, да, ты про него же говорил, Настенька? Про вот эту вот платформу. Блин! Не каркай! Не сбивай, я скоро это уезжаю, все. Да пушка мне не нужна. Да ты еще уничтожь. Ну и вот. Короче, ты еще нейтрализован. Мы спасли Джона Коннора. И Сару Коннор, короче. Все кончено. Нет. Есть еще один чип. Нет! Я должен уйти, Джон. Все должно быть закончено здесь, или я в будущем. Не делай этого, пожалуйста, не уходи! Я знаю, почему вы плачете, но я сам никогда не могу сделать этого. Ты должна отпустить меня в расплавленную сталь. Я не могу уничтожить себя сам. Ту-ду-ду-ту-ду-ду. Эпичная фраза. The future is not set. There is no fate but what we make ourselves. То есть будущее не предопределено. Нет судьбы, кроме той, которую мы творим сами.
Ну что, пройдем Терминатор 2. Да, я понимаю, что не с самого начала, потому что я с джойстика играл. Короче, сейчас я подключу джойстик и будем проходить Бэтмена. Я думаю, эпик таких не будет. Ну что ж, остаемся на канале. Сейчас я перезапущусь и мы продолжим.